За комнатными цветами всегда нужен особый уход, но иногда неопытные любители комнатных растений забывают о том, что их нужно также прикармливать, а если даже и помнят, то не знают, чем это делать и как. В нашем сегодняшнем видео мы поговорим о подкормке наших зеленых друзей обычным суперфосфатом. Суперфосфат является прекрасной заменой натуральным подкормкам и отварам. В его основу входит фосфорная кислота, гипс и другие примеси. Это удобрение способствует повышению декоративности, укрепляет корневую систему растения и обеспечивает полноценное питание наших цветов. Для приготовления такого удобрения разведите 1 чайную ложку, примерно 5 грамм обычного суперфосфата в 3-литровой банке воды. Лучше всего использовать горячую воду, так как именно за счет высокой температуры средство растворится быстрее. Полученным раствором рекомендуется поливать цветы под корень раз в 2 недели весной и летом. Зимой данную процедуру нужно проводить не чаще 1 раза в месяц. Также можно прикапывать 1 грамм сухого удобрения непосредственно в горшок. Суперфосфат насыщает землю фосфором. Фосфорные гранулы можно использовать круглогодично, так как этот элемент очень важен для корней и всего растения в целом. Такое удобрение рекомендуется использовать, если растение прекратило свой рост, его листва завяло и опало, а стебель цветка побурел или посинел. Особенно в удобрении фосфором нуждаются молодые побеги и рассада.